27 августа прошло открытие многофункционального учебного центра на базе ГУ ИЧС Десногорска. Новый учебный класс оснащен современным оборудованием и через некоторое время будет готов принять первых слушателей. Проект удалось реализовать благодаря победе в конкурсе фонда АТР-АЭС. В результате Управление по делам ГУ ИЧС получило от концерна «Росэнергоатом» 1,5 миллиона рублей. Результаты этой работы мы можем и хотим вам продемонстрировать то, что мы сделали. Это холл учебного центра, тренировочные площадки, оборудование. Естественно, сделали ремонт. И учебный класс. Задача многофункционального учебного центра – это подготовка и обучение населения действиям при различных ЧС и в целом по вопросам гражданской обороны. Ранее на Смоленщине такое обучение проводилось только в Смоленске и Рославле. Первый этап мы успешно преодолели, мы создали материальную базу. Следующий шаг – это получение лицензии, это организационно-штатная структура, это создание и развертывание учебных планов, занятий, расписаний. И с Нового года, я планирую, мы полноценно начнем работать. Открытие центра стало очередным этапом развития системы гражданской обороны Десногорска. Недавно, также благодаря конкурсу фонда АТР-АЭС, была реализована система «Безопасный город», которая на данный момент включает в себя 52 камеры наружного видеонаблюдения. Пополнение материальной базы ожидается и дальше. Очередным шагом развития системы гражданской обороны нашего города является приобретение уже в 2020 году специализированного спасателя автомобиля, который будет оснащен всем необходимым инструментом для спасательных операций, для каких-то операций по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Приобретение этой техники проходит при содействии администрации Десногорска и губернатора области Алексея Островского.